колышется зеленая трава. Не люблю, а он гоняется, не знаю. Весело, душевно и вкусно отметили День народного единства в Ленинском округе. Несмотря на прохладную погоду, на праздник-ярмарку в Центральном парке Видного пришли почти 1000 человек. Представление ростовых кукол, выставка предметов народных промыслов, мастер-классы, концерт. Программа очень насыщенная. Порадовали гостей столы, которые буквально ломились от угощений. Здесь русский стол, начиная от солений, варений, грибочки, кулебяка, птица, пироги, колбаска русская, компот, пирожки, икорка заморская, холодец, тыква запеченная, кашка гречневая горячая. Ленинский городской округ – общий дом для всех его жителей. Татары, армяне, пакистанцы, азербайджанцы, молдаване – почти 20 национальностей познакомили гостей со своей кухней, обычаями, нарядами, культурой. Шариф Каримов, представляющий на ярмарке Таджикистан, впервые на дне народного единства. Мы пожелали, чтобы у нас не было войны, чтобы мир, нация хорошо жили дружно. Мы, честно, первый раз немного волнуемся плохо. И хотим, чтобы дальше это не закончилось праздники. Мы тоже были с вами вместе. Радости, дружбы, добра, счастья. К многочисленным пожеланиям и теплым словам присоединились и первые лица муниципалитета. Здоровье и счастье, мира самое главное. А мир этот будет, потому что мы вместе, а вместе мы сила. С праздником! Несмотря на то, что День народного единства, праздник достаточно молодой, отмечается с 2005-го, с каждым годом он становится все более популярным и массовым и действительно объединяет всех нас. Все дружно, и так настроение хорошее, замечательно. Да, и вкусно. Единство народа, это всегда прекрасно. Мы живем в многонациональной стране, и всегда должны быть вместе, всегда друг за друга держаться, несмотря как бы на разные религии. Но мы же одна страна, Россия. У нас очень дружный народ, все народы объединяются, не зря же сюда едут, то есть все дружно. Всего в муниципалитете в праздничный день прошло более 40 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.